1 августа на Театральной площади было оживленно. В честь праздника Дня города Славянска на Кубани и Славянского района торжественно были подняты флаги города и района. Сразу после поднятия флагов в городском Доме культуры состоялось торжественное собрание. Зал заполнился выдающимися славянцами, теми, кто внес большой вклад в развитие нашей малой родины. Среди приглашенных на торжественное собрание в честь юбилея города – Элеонора Григоренко, Николай Юркин, Лидия Салдаева и многие другие. Никого не оставил равнодушным парад флагов перед началом основного мероприятия. Каждый год в городском Доме культуры собираются люди, трудом и силами которых живут и уверенно шагают в будущее Славянский район и город Славянск на Кубани, отметил глава района Роман Синеговский, поздравляя славянцев. В нашем районе мы живем, работаем, растим детей, решаем самые разные вопросы. Большая семья славянцев объединяет 132 тысячи жителей. Мы любим нашу малую родину. И учим детей бережно хранить ее исторические традиции и духовные ценности. Трудиться ради ее блага, жить в мире и согласии. Общими усилиями мы стремимся сделать Славянский район одним из самых лучших в Краснодарском крае. Казалось бы, один из многих на Кубани, наш Славянский район, в чем-то похожий на другие муниципальные территории. Но люди, которые здесь живут, не стремятся уехать, не ищут лучших мест. Они трудятся, строят дома, воспитывают детей. А те, кто побывал в гостях, обязательно хочет вернуться сюда еще раз. Началось торжественное собрание награждением лучших из лучших. Звание почетный гражданин муниципального образования Славянский район были удостоены Николай Безуглый и Иван Сирота. Люди, которые выходили на сцену в этот день – живая история нашей малой родины. Их имена широко известны не только в поселениях, где они трудятся, но и в районе. Не один год они отдали любимому делу, заслужили признание земляков. Лесный труд. Выйдя на заслуженный отдых, все силы отдала своему любимому делу – песенному творчеству. Известный далеко за пределами Славянского района великолепный народный хор «Приазовье». В этот день глава города Александр Коновалов наградил тех, кто руководил городом в разные годы, а также отметил лучших работников различных отраслей. Поздравляя собравшихся, он отметил: «Славянск на Кубани – город процветающий и всесторонне развитый». В 2015 году этот день мы встречаем с особой гордостью и торжественностью. Ведь в нынешнем году исполнилось 150 лет основания станицы Славянска. Многое довелось пережить Славянск за эти годы. На долю его жителей выпало немало жизненных испытаний. Но город креп, рос и развивался. Сегодня Славянск на Кубани – это современный город, районный центр, в котором достойно сочетается экономический потенциал, уникальное географическое положение и историческое своеобразие культурных традиций. В продолжении всех гостей ждала кульминация праздника. Яркими творческими номерами собравшихся порадовали лучшие коллективы нашего района.